Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Виктор Кошак, Серега и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, картон от FNAF. Всем, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Вы мне заспавнили всю личку ВКонтакте, в Дискорде, везде, чтоб я снял рубрику «Аниматроники пугают охранника». Карту я уже выбрал сам, если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. У нас просто будет не только сегодня аниматроники, но и Бенди. Не знаю почему, мы редко их используем, но это очень крутой пилпак, очень. Как всегда, обзор от Димаса. Сейчас, подождите, надо давай это взять. Сейчас, вот этого вот. Я могу ходить. Я могу ходить назад. Я могу ползать. Я могу ползать. Я могу не ползать. Я могу стоять. Я могу ползать в бок. Все, когда это смотрят, все так угорают жестко. Я могу стоять на месте. Я могу телепортироваться. Я могу ничего не делать. Я могу приседать. Во, прикольно, танец. Йоу-йоу, давай, диджей, наваливай. Ребята, карта немножко темноватая. Но я надеюсь, будет прикольно все равно. Что это за битбоксер-аниматроник у нас? Настроение, как всегда, очень крутое. Надеюсь, вы поставите на лайкосик. Серега уже всех замочил. И подпишитесь на канал. Мы всегда рады. Серега, ну вот не надо брать этих новых. Они очень жесткие. Хотя, может, и нет. Я не знаю, каких-то крутых. А я лежу себе, отдыхаю просто. Никого не трогаю. Так, пацаны, я не буду через вашу комнату даже пролетать. Вы очень стрёмные. А пришлось. Так, мы сейчас будем разогревка это была. Подожди, я все-таки за Бенди еще немножко поиграю. О, я ж могу невидимым вставать. Я могу вставать видимым. Серега, ты знаешь ли баг в этой карте? Не баг, а страшилку. Нет, нет, не страшилку. Пердилку. Не пердилку. Кряхтилку. Не кряхтилку, да что за разговор? Кабаку. Не кабаку. Калабаку. Да нет, ты не знаешь прикол в этой карте? Давай, не знай. Давай, давай. Да нет, знает это все, что двери можно открывать и снаружи. Да, а, это, да, я знаю. Ну, а чё ты? Блин. Я кошака замочил. Так, сколько у меня жизни? Ого, мне 100 тысяч. Мне кажется, мне вообще меня никто не убьет никогда. А может и убьет. Я могу очковать. Я могу не очковать. Привет, мужик. Опа, опа, балунбой пришел. Это свой, мужики. Я фонарики буду забирать. Забирай фонарики, чтобы они ничего не видели. Ого, тебя пузо простреливают. Смотри, что делают. Ты давай, не умничай, скромник. Таких, как это ты... Это не скромник у нас. Я таких, как ты, в Бенди-машине крутил. Иди сюда. Слышишь, выходи, сынок. Я могу двери открывать. На тебе еще раз. А ну-ка, давайте. Покажите ваше мощное оружие, которое вы можете применить против нас. Да, пацаны, здесь можно дискотеку устроить. Ничего нам из этого не будет. Не, в принципе, неплохо, неплохо наваливает. Ребят, если у вас будут долго двери закрыты, то они со временем сломаются. И да, такое может быть, кстати. У вас энергия уже... у вас осталось 60%. Ого. Прикольная оружка, она мне реально нравится. Это знаешь, пацаны, напоминает, что у нас это Новый год, салюты. Опа, лазерный меч, а зачем он тебе нужен? На тебе. Обстоятельства, да? Ого. Вот это мне откинуло. Я легкий такой, что ли? Ты что, сварщиком второго уровня за... Это ты, Серега? Да, как ты так делаешь? А это законно? А я танцую в воздухе просто так. Ля-ля. А ты что-то нажимаешь или нет? Ноуклип. А, это ноуклип. А, я тоже так могу. Нет, то не то. Вот заяц прикольно это пилит. Пацаны, а что вы вентиляции не чекаете? Аниматроник-псих бегает по вентиляции. Убийца! Так, 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 палит, палит. Попался! Который кусался.
Че ты ходишь тут? Че ты ходишь как у себя дома? А ну быстро не ходи как дома. Ой, я вентиляцию хочу. Я уже вентиляцию. А че за оружка у тебя такая прикольная? Вентиляция, кабака какая-то. Так, потихонечку идем, ребята, смотрим. Так, ходит, думает. Так, кого же замочить? Никого нету. Ого! Так, пришел, ходит. Смотрит. Так, электрическое оружие взял. Меня фигачит им. Ах ты, электрошокер вонючий. Ты его убил? Да. Не умеешь пользоваться, не бери. Ничего убил. Так, давай вообще внутри закроемся здесь. Ах, ты что? Блин, меня колбасит, жесть как. Так, надо валить. Я убил его. А, ух, мне жопу подожгли. Я сейчас умру. Нет, аниматроник, живи. Я живой, 28 хп. Беги, Димка, беги. Они сами себя убили. Так это самый лучший отряд в мире взяли. Отряд самоубийц. Сами себя позамочили, все, давай. Давай, убей себя сам. Так, пацаны, я в комнате раздумий. Надо мне тактику придумать. Как мне их красиво вообще замочить? Так, а у вас дверь одна тут пропала, ребята. Кто-то вам поломал двери, пацаны, вы видели? Ого, что это за звук? Нифига себе. Нифига себе, там война идет. Я тоже хочу в ней участвовать. Че, всех убили уже? Ого, ты че там шкерился, вонючка? Это жгет мою жопу. Не, пацаны, у меня 10 тысяч жизни. Вы очень слабые. Нет. Надо валить. Маленькая комната. Не, мы когда мы играем охранником, мы их жестко валим, да. Мы их даже не подпускаем. А они сами себя мочат. Чё ты? И тут вылазит такой чили-пиздрик. Чё там, пацаны, замерли? Чида. Есть. Такое слово. Да, блин, Серега, молодец. Этот аниматроник не убивает. Он мочит, он делает скример, они ничего не видят. Ну и я не вижу при этом. Обстоятельства. Так. Контролируем, короче, эту комнату. Пацаны, все, кто сюда будет заходить, мы сразу будем мочить. Никто сюда не зайдет. Так, на жопе едем. Проскальзываем аккуратненько сюда. Пацаны, обстоятельства. Кто-то активировал комнату. А кто это сделал? Ты, Дима, да? А как ты узнал? Потому что ты, блин, только... Я аниматроник, мне ничего не грозит, у меня 5000 жизней. Ах ты жопа морская, я тебя напоследок убью. Блин, твое оружие мне слепит, я ничего не вижу. Серега наказал тебя, как всегда. Избил. Все? А чё замерло все? Не понял. Стенка идет черная. А, уже стенка идет? Я думаю, чё эти штуки больше не лезут? Ух ты, блин! Вот это скримак прикольный. Ядерную? Я в этом профи. Я хочу именно в этой локации взорвать. Нифига не... Ну я взорву. Давай, жахни. Сейчас будет. Так, можно почитать. Как насчет мегатонной бомбы? Давай. Чтоб было красиво, как всегда. Вот типа вот так вот. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!